Всем привет, с вами я, Маша Дарк, и сегодня для вас я буду снимать новую серию моего сериала «Детдом». Но перед началом этого видео не забудьте подписаться и поставить лайк, ведь вам не сложно, но мне приятно. А мы начинаем. Всем приятного просмотра! Привет, девочки, ну как вы, у вас дела? Все нормально, вот Сару увезли в больницу. А что с ней случилось? Не знаю. А где Джонни? Почему его нет на балконе? Он поехал с ней в больницу. В какой она больнице лежит? В нашей главной больнице. Хорошо. Надо выглядеть приличную больницу. Я скоро буду. Окей. Ну, а я хочу порекомендовать свой канал Маша Дарк Стрим Геймс. Там я снимаю всякие крутые видосы про Майнкрафт, Роблокс и так далее, так далее, так далее. Ну, и если вам не сложно, то вот здесь вот будет подсказочка вверху. Перейдите по ссылочке на мой канал. Если вам понравится, то обязательно подпишитесь. Ну, приятного просмотра. Можно пропустить? Нет, нельзя. Я первый, этот мальчик второй. Берите вы третью. Первый. Здравствуйте, мне, пожалуй, ну, мне надо проверить. На первый этаж. Хорошо. Здравствуйте, мне тоже надо провериться. На второй. Третий. Здравствуйте, где у вас лежит Сара? Сейчас посмотрю. Сара, угу. Она на втором этаже. Хорошо, спасибо. Спасибо. Угу. Так, ну, номер можно выкинуть. Здрасте, я на проверку. Уходи, мальчик. Мне сюда. Тук-тук. Да, мальчик, здравствуй. Ты у меня провериться пришел? Да. Ну, тебя вообще-то надо в травмпункт. Иди давай на первый. Ну ладно. Тук-тук. Ой, здравствуйте, а вы кто? Я к Сарям. А вы ей кто, представляетесь? Воспитательница. А, ну проходите, вон она. Сара, а почему вы ее в детский? Так ей лет 10. Ей 12 уже. А, скоро 13. А, тогда ты идешь туда. Не надо уже. Можно? Сара, рассказывай, что случилось и почему ты в больнице лежишь. О, здравствуйте. Здравствуй, здравствуй. Я не буду вам рассказывать. Давайте я вам все расскажу. Вы же сказали, что это лечебная тайна. Так, Сара, иди вот эту таблетку выпей. Что вы за таблетки мне даете? Сара, выпей эту таблетку. Дайте мне название. Вот, держи. Мы вам не даем, как в всяких фильмах, собачьи лекарства всякие. Все, капельницу положи. У нас сейчас обед. Пройдем. Я с вами. Хорошо. А где Сара? А, я ее отправила там лежать. Я ее вообще выбираю еду. Так, здравствуйте. Ну, сегодня у меня будет шаурма. Арбузик. Так, ну. Ну, и если что-нибудь вкусненькое. Все, пройдем. Вы сами приносите? Конечно.
Сара, держи, твой обед. А, спасибо. Почему ты с десерта начинаешь? Надо с шаурмы начинать. Простите. Молоко себе уже оставь. Так, это надо потом отнести, быть. Ну, ладно. А что вы делаете? Ну, я выкинула, все равно. Так. Садись. Куда? Почему вы не разрешаете ей ходить? Потому что нельзя ей ходить. Пускай ходит, она ходить разучится. Я доктор. Я не могу. Ай, типа упала. Вот видите, что вы делаете? Давай я тебя научу. Пойдем, переодевайся. Ей надо восстанавливаться. Сами как-нибудь восстановимся без таких врачей. Хорошо, иди на этаж выше. Иди на этаж выше, я тебе сказала. Тебя там обслужат хорошо. Что с ней стало? Она же была доброй. Здесь тоже есть одежда, но... Вообще, вот твоя одежда, вот она. Пойдем. Я не могу. Здравствуйте, нас переселили сюда. Да, конечно, приходите, вот. Можете любую занимать. Тут у нас у всех есть капельница. Это вы со второго этажа? Угу. Мальчик, отнеси на второй этаж. Хорошо. Прости, сказали отнести вам. Все. Хорошо. Ну, простите, что мы бесплатная поликлиника. А наверху уже платная. Ну, это детская. Ну так, детская всегда бесплатная. Ясно, я звоню директору. Ладно, здравствуйте, тут какие-то психические отклонения у девушки, да, которая бесплатно не работает. Придите и увольте ее. Что ты там, кому позвонил уже? Здравствуй, ты уволена. Ну и кто же вместо меня пришел работать? Это девушка. Мам? О, привет, доченька. Представляешь, меня увольняют ни за что. Ах, несправедливо. Мам, не ври. Что не ври-то, дочь? Что не ври? Я не вру. Я никогда тебе не вру. Да, конечно, ты всегда мне врала. Даже сейчас врешь. Все, разбираться будете потом. Я, дочь, это беременна. Вообще. Все, ладно, пока. Вот, одевай. Ты теперь детский психолог. А также врач. Все, до свидания. Работайте. Хорошо. Здравствуйте. Присаживайтесь в любую, которую вы хотите. Вот вам игрушка, чтобы было веселее. Давайте запишем, как вас зовут. Тебя записали? Угу. Хорошо. Я Олег. Да, меня честно вот так называют Олег. Вот, я ваш доктор, буду вас лечить. Почему вы переселились? Ну, во-первых, ко мне относились ужасно. И просто, ну вот, коляску... Как бы я постоянно на коляске была, и поэтому я почти разучилась ходить. Вот. И она говорила, что мне нельзя ходить. Так, а почему сюда попали?
Нехватка крови. А, ну, часто бывает у нас такое. Очень часто сейчас. Но ничего, мы восстанавливаем это все быстро. Мы дышим и вот этим вот. Не волнуйтесь, все будет. Ох, хорошо. Может, вы сюда переселитесь? Да, давайте. Мне лично без разницы, куда. Так, ну, вот одежда тут, вот тут молоко, тут вот все. Вот капельница. Сейчас мы вот это вот перетащим. Все, вы 3-й Б. К вам доктор! Что случилось? Помогите. Присаживайтесь, сейчас будем вас исследовать. Также нехватка крови. Идите. Со мной все будет хорошо. Да, пройдемте, я вас одену. Ну, вы сами одевайтесь там вот. Вот. Синий. Угу. Спасибо, доктор. Ложитесь. Не волнуйтесь, все будет хорошо. У нас часто такое бывает. Сейчас мы шарики уберем. Солнце, что за дела? Ты чё, офигела, что ли? Как вас зовут? Меня зовут Екатерина. Угу. Нет. Так, сейчас мы принесем вашу одежду. Вот тут она будет лежать. Ох, хорошо. Так, у нас второй дыхалки нету. Сейчас я приду. Вы пока проследите за ними. Я сейчас приду за второй дыхалкой. Так, я надеюсь, здесь есть дыхалка. Значит, зачем я сюда шел? Так, ну здесь есть маски. Дыхалки здесь не наблюдается. Сейчас пройдем еще. Слушай, бро, здесь дыхалки нет? Я не знаю, я не смотрю. Так, ясно. Может, и скорость? Вот. Ну, какая-то не такая. Ладно, хоть что-то. Так. Вот ваша дыхалка. Дышите тут. Ну, это когда нужно будет. Кого не нужно. Переломов никаких у вас? Не-не, никаких. Коляску мне надо? Не. Все, тогда хорошо. Так. По таблетке каждый. А что это за таблетки? Знаю, сейчас многие проверяют, потому что боятся. А сейчас я вам принесу название этих таблеток. Многие просто очень сильно боятся, что это какие-то таблетки для собаки, там, что могут они иметь ноги. Да, знаю такое, не волнуйтесь. У нас нет таких таблеток, у нас не ветеринарка. Сейчас принесу вам название таблеток. Вот название таблеток. Восстановка крови. Восстановка крови. Все хорошо.
У нас нет таких проблем, у нас не ветеринарка. Ветеринарка у нас находится в другом городе. Ой, точнее, ну, в другом районе. Все. Если будет плохо, сюда идите. Я здесь, вот, соседний кабинет. Пока у нас тихий час. Включаем везде свет. И шторы закрываем. Все. Дедуль, вы чё здесь? А я сиделка. Но здесь же нет бабушек престарелых. Так, вы чего здесь сидите? А мы здесь внучку ждем. Да? Ну, ждите. Подъем. Ой, а мы не спали. Вы не спали? Ну-ка быстро ложитесь спать. Надо было сразу сказать, чтобы вам опустили кровати. Фух. Что с вами было? Я сейчас такое принимаю. Что с вами? У меня часто такое. Что с вами происходит? Это можно только докторам. Если я... Нет! Не трогайте это! Это может быть опасно. Очень опасно для человека. Ладно. Все, подъем. Ой! Блин, я вышла. Все, подъем. Ой, что это за игрушка? Это вам. Фух, а когда ужин? Ужин чуть-чуть попозже, буквально через час. Хорошо, а перекус будет? Перекус сейчас я вам принесу. Держите. Спасибо. Ну и не за что, выздоравливайте. Почему нижнюю полку нельзя ничего поставить? Ну честно. Так, ладно. Ладно. Я пойду тогда, мне следить надо. Да, хорошо, до свидания. До свидания. А я могу здесь пожить? Да, конечно. О, вот я твоя сиделка, мужик. Мне не нужна сиделка. Нужна, всем нужна сиделка, господи. Я не старик, чтобы вы понимали, мне всего 13 лет. И вы так говорите. На самом деле тебе лет 50. Вы чё меня за старика приняли? Да, мой хороший. Что там происходит? Смотри, мужичок 40 лет. Ему 13, идиот. Ой. Все спать. А ужин? Точно, ужин. Ну, я не хочу. Хорошо. Тогда ты спал. Я тоже не хочу. Хорошо спать. Спать. Фух, сложный день. Все, вырубаем везде свет.
Вырубись! Фу, пойду сам покушу. Ой, блин, не на тот этаж. Сейчас свет вырубай везде и... А, окей, хорошо. Мальчик, ложись. А, ну ладно. Спать. Так, что здесь больше никто? Ну ладно. Здравствуйте, вы чего здесь? А, я не на тот этаж просто нажал. А, ну ладно. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной вам ночи. Спокойной ночи. Да, спокойной ночи. Я покушать? Да, конечно, кушать. Это вообще ничего не жрался. И вырубайте все. Шарманку свою. Задолбали. Все. Вырубаем все. Если еще на минус первом не выключен свет, я их просто зарежу. Еще не вырубают свет. Вырубите все. Почему свет не вырубаешь? Простите, я думала, кто-то приедет. Никто не приедет в такую ночь. Сколько раз просили, вырубайте все это на ночь, чтобы ничего не гудело. Сколько я раз просил вас, вырубайте эту шарманку на ночь. Кто первый здесь займет, тот и будет спать. Ну, здесь два человека поместятся. Я. Да, блин. Ну, это все. Могу спать. Ох, единственное, что здесь остается, это телевизор. Вырубаем. Спокойной ночи, дед. И вот на этом мы хотим закончить нашу серию «Детдома». Всем до новой встречи. Всем пока-пока.